Покрытый пухом птенец лебедя радостно моется в маленькой ванной. Малыш пока ни на шаг не отступает от заведующего орнитологии, которого считает своим папой. Маленький лебедь рос в инкубаторе, потому что мама не стала досиживать свою кладку. Но птенец, несмотря на это, вылупился полностью здоровым. Он абсолютно нормально вышел из яйца, как положено по времени. Не ел 2 дня, у него там внутри желток этот рассасывался, и потом стал активно кушать. Мы ему добавили в товарищи уток, они его есть научили, видите, он сейчас меня ест заодно. В самарский зоопарк родители новорожденного попали из Краснодара в 2009 году. Черные лебеди становятся плавозрелыми в возрасте 3 лет, но только сейчас, когда паре исполнилось 8, они дали первое потомство. Пока маленький лебедь знакомится со всеми, кроме своих родителей, Анатолия и Анастасии. В естественной среде обитания черные лебеди обычно живут парами, и птенцов, как только они взрослеют и у них появляется оперение, выгоняют со своего водоема. А к птенцам, воспитанным в инкубаторе, они относятся как к чужакам. Потому, чтобы малыш смог поплавать в большом бассейне, при этом оставаясь целым, взрослых закрыли на замок. Таким же крепким, с красивым черным оперением, лебедь станет где-то через 1,5 года. Тогда же можно будет определить и пол птенца. Андрей Горгуленко, Григорий Пешаков. События.